Алла Пугачева, кажется, раскрыла свой самый главный секрет, благодаря которому стала мега успешной. В недрах архива Примадонна нашла старое интервью, где открывает правду о себе. В нем Примадонна говорит о том, что ей всегда было выгодно поддерживать имидж легкомысленной и взбалмошной особы. За счет этого поклонники воспринимали ее творчество с правильной стороны. Я боюсь, например, интервью, в котором я могу показаться умным. А я же не глупая женщина, и скрыть это безумно сложно. Потому что как только я покажу себя умной, все скажут, что-то она глупую песню себе какую-то спела. То есть все мои песни начнут сразу глупеть, говорила Пугачева на встречах с поклонниками. Получается, что Алла Борисовна призналась в обмане. На протяжении многих лет она строила из себя совсем другого человека, чем была на самом деле. Впрочем, очевидно, что Пугачева уже давно не пользуется этим приемом. Певица говорит и делает то, что ей хочется. Захотела уйти со сцены – ушла. Захотела вернуться – вернулась. В следующем году артистка будет праздновать свое 70-летие, по случаю которого, как говорят, будет организован большой тур Примадонны. Всем спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте видео.